просим тебя ответить громко. Я согласна! Встретились для того, чтобы расстаться и сойтись снова. И нам кажется, в тот самый момент, когда этот парень решил написать, когда он решил отправиться за ней в Хабаровск и просто привезти ее домой, он уже тогда знал, чем может закончиться их первый совместный отпуск. Я благодарна Вселенной, времени, обстоятельствам, судьбе за то, что именно в тот самый вечер я подошла именно к тебе. Клянусь, хотя тут правильно сказать, постараюсь родить тебе дочку. Клянусь, что ты услышишь, и через 100 лет я люблю тебя. Да, и мы собрались в этом месте, и Маха нам хорошо наливала. Там-то мы и познакомились. Так вы и познакомились, да? Да. Все, ко мне, я вас жду. Так, с Мишей, как с Мишей знакомство случилось? Я вообще не знаю, кто это такой.
наконец-то ты дождался этого момента. И мы с тобой танцуем танец отца и дочери. А ведь ты уже и не верил, что это произойдет. А помнишь, как будто совсем недавно ты учил меня плавать, сбрасывая с матраса посреди моря? Или как я пришла домой, расплаканная со школы из-за двойки, а ты сказал, что мы ничего маме не скажем? Помнишь наши с тобой игры в море? Ты был крокодил, а я должна была быстрее уплыть. Но мне всегда мешали эти дурацкие волны. Пап, я так люблю, когда ты играешь на гитаре. А ваш с мамой вальс, боже, это лучшее, что можно увидеть. Может быть, не такая послушная и нежная дочка, но я люблю тебя, папа. Обещаю любить тебя в радости и печали и отдавать тебе все, что есть у меня, полностью и всегда. Я счастлив, что ты моя жена, и я очень люблю тебя.